Жми на колокольчик и на подписку на канал, чтобы не пропускать новые серии. Войдите. Малыш? Да? Что это? Двойное свидание. Это так мило. Ох, мой бог. О, дерьмо. Детка? Детка? Прекрати лежать, вставай. О, дерьмо. О, дерьмо. О, дерьмо. Что мне делать? Что мне делать? Что мне делать? Что мне делать? Надо спрятать тело. Надо его похоронить. Где его похоронить? Нет, это мне не подходит. Вот так. Не-не-не-не-не-не-не-не. Эвелин, ты чего телефон не берешь? Hey. Hello. Hey. Эй, ты вообще слышишь меня? Она зла на тебя. Серьезно? Ты злишь, что я тебя вчера вечером не пригласил? Я тебе звонила 3 раза, и ты сказал, что раньше ляжешь. И ты все равно умудрилась обидеться. Да, потому что ты маленькая сука. Маленькая сука! Маленькая сука, это я маленькая сука! Ну так скажи мне, ты что ты не скажешь мне это в лицо? О, мой бог. Ну давай, скажи мне, Эвелин. Давай, вперед, вперед, я готова. И знаешь, я ждала этого момента всю свою жизнь. Я сделаю это. Ну давай, посмотрим, давай. Вперед. Эй, слушай меня, смотри. Давай ты просто успокойся, я не хочу проблем, окей? Слишком поздно, сука. О, дерьмо. О, мой бог. Входите. Эй, ребят, простите, я опоздал. Чё, как, бро? Я очень извиняюсь. Дороги Лос-Анджелеса. Чё, как, бро? Всё хорошо? Детка. Детка, дороги Лос-Анджелеса, я извинился. Я думаю, она злится на тебя. Детка, ты всё ещё злишься. Я же ободок начал выпускать. Харе, харе тизлиц. Хватит. Дай ему перерыв. И это прямо при ребятах. Ты, может, что-нибудь ответишь? Чё я сделал? Детка, детка. Чё? Чё случилось? Чё ты сделал? Нет. Что ты сделал? Войдите! А еще серию ты можешь посмотреть прямо в плейлисте на этом видео, а перевел озвучу виски. Ага.